Вот такие корешки. Яма была вот такая. И теперь главное доехать все без проблем. Моя пальмочка бедненькая. Ну ничего. Я сейчас микоризику положу. Подложу ей всякой фигнишки, чтобы она быстрее прижилась. Все, поехала я укладывать на место. Пронто, меня Палмера там новый сети. Aqui depois mais tarde eu vou fazer uma varanda para tomar sol. Aqui tem esta vista bonita. Aqui vou fazer, vou pôr umas preguiçadeiras e tal. Aqui vou pôr uma depósito de água, tipo piscina. Вот. Вот здесь теперь у меня будет сидеть моя пальмочка любимая. Она вот такая, это, как сказать, немножко торта, немножко кривая, но она такая уже прям в самом горшке росла. То есть я привезла ее с Лиссабона, она прям в горшке вот такая росла. Кривоватая чуть-чуть, но ничего страшного. У нее зато детки растут прямые. Надеюсь, они не отпадут у меня после переноски. Такие дела.